Շուրջ եւ կառուցել ազգային իշխան երկիր ոչնչացնի. Американский журналист-фрилансер Патрик Ланкастер подготовил репортаж об очередном шествии членов националистической и террористической организации «Сасна-Дрёр» в центре Еревана. «Мы армянские националисты, мы против России и США», сказал один из участников акции в беседе с американским журналистом. Другой участник акции заявил, что они являются сторонниками Запада и выступают лишь против фашизма Кремля. Премьер-министра Никола Пашиняна участники акции назвали предателем, отметив, что хотят видеть премьер-министром Армении лидера Сасна-Дрёр Жираера Сафиляна. Опрошенные журналистом участники акции также считают, что Россия оккупировала Армению и не помогла армянам в Карабахской войне. «Нам не нужна такая помощь, это оккупация. Мы хотим Европу, Запад и цивилизацию». «Вы представляете, история Армении насчитывает более 3000 лет», восклицает еще один участник митинга. Можете сказать, что объяснили это сейчас? Мы против российского фашизма, ага. Кремлевского фашизма, путинского фашизма. Ага. И за Запад. Да? Да. Ага. За США? Или... Что? За США? И США, и Европу. Да? Да. Ага. Большая тюрьма это. Тюрьма. Как? Как? Не хотим зависеть ни от России, ни от кого. Ага. Хотим свою национальную политику вести. Ага. Чтоб дети... Конечно. Отдельно или состав? Никакой состав. Почему ага. состав? Нам 3000 лет, вы представляете? Нам 3000 лет. Да? Кому? Кому Россия помогла? Орцак война. Не помочь? Нам нет. Как можно помочь? Нет, у нас 5000 жертв, 7000 жертв. Так это же не от России зависело, правильно? Это зависело от самой Армении. Армения сама, в принципе, виновата, а Россия не виновата в этом. Россия пришла. А с Арменией... Россия пришла. Кто союзничает? Ну, а Россия-то пришла. Ну и что пришла? Войны. А Америка сказала, что скандинавские придут. Миротворцы. Правильно говорю я? Но война-то перестала, правильно? Жертв больше нет. Война не перестала. Война. Вы думаете, перестала война, да? Вы слышали, Олег, что говорил? Подпишитесь на наш канал Будро Ньюс и будьте в курсе всех событий.